Ох, какой сегодня офигенный день. Так ярко светит солнце, просто обалдеть. Ах, да, ребята, всем привет, с вами снова Твикли. А в этом видео мы будем тестировать костюм Джокера. Да, ребята, вы меня просили в комментариях протестировать костюм Джокера. И поэтому в этом видеоролике мы будем тестировать этот офигенный костюм, ребят, но перед началом... Давайте вы поставите свой лайк. Давайте, ребят, мы проверим вашу реакцию. Если ты настоящий крутой чувак, то ты обязательно успеешь поставить лайк за 5 секунд. Давай, я тебе даю 5 секунд, и ты должен успеть поставить палец вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Что ж, я думаю, то, что ты успел, потому что ты действительно очень классный чел. И если ты успел поставить лайк, то ты... Молодец. А также, ребята, не забывайте, конечно же, нажимать на колокольчик, если вы уже подписаны на мой канал. Но если еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал и сразу же ставьте свой колокольчик, ребята. Что ж, сегодня, как я уже сказал ранее, будем тестировать костюм Джокера. Вы меня просили в комментариях его протестировать, ребята, и вот этот костюм уже у меня. Да, ребята, и как вы помните, я говорил то, что я... Буду в следующем выпуске показывать вам обновленную лабораторию, но, ребята, она еще не готова. И поэтому я пока что не могу вам показать мою новую лабораторию. Но, ребята, не суть. Сегодня мы тестируем костюм Джокера, которого достаточно давно просили протестировать. И сразу же давайте посмотрим на его гаджеты. Конечно же, первое это пистолет Джокера. Далее это карты Джокера. Ну и, естественно, гранаты Джокера, ребята. И если я какие-то девайсы упустил, то, пожалуйста, ребят, напишите мне в комментариях, и, возможно, то, что я их еще вам покажу. Вот, ребят, полазил я немного по интернету, вообще посмотрел, кто такой Джокер, я как бы и так знал, но я уточнил информацию, ребят. В общем, как вы знаете, это самый опасный злодей вселенной DC Comics. Ну и вообще, самый опасный злодей не только... всей вселенной, а в частности самого Бэтмена. Да, ребята, это главный злодей Бэтмена, я думаю, то, что вы это знаете, но если не знаете, то теперь будете знать. В общем-то, биография данного персонажа достаточно печальная. Те, кто не знает ее, в общем, это раньше был обычный человек. Вот, потом он связал свою жизнь с преступностью и стал... Ну, это по одной из теорий. Вообще, биография Джокера неизвестна, но по одной из теорий он стал красным колпаком. То есть, таким злодеем его восстановил Бэтмен, и этот самый красный колпак упал в чан с кислотой, где его кожу разъела, она стала белой, волосы позеленели, и он, собственно, превратился в того, кого... вы сейчас видите. Этот человек стал абсолютно безумным, он стал творить просто всякую дичь, если можно так, конечно, выразиться, ребята. Вот, но это я вам рассказал такую мини-его биографию. Если что-то упустил, то обязательно, ребят, напишите в комментариях. Но вообще, как бы, биография Джокера не совсем точная, в разных источниках разная информация, но сейчас я вам сказал приблизительно его биографию. Вот. И, ребят, также не забывайте писать в комментариях, какой ваш любимый персонаж DC. Лично мой это Бэтмен и Флэш. Так что, ребят, вы пишите в комментариях, какой ваш любимый персонаж. Ну а сегодня мы давайте уже наконец-таки наденем этот костюмчик, так надеваем, хоп-хоп-хоп, и мы становимся настоящим безумным Джокером. Да, ребята, нам дается еще плюс 2 дополнительных сердечка. Теперь у нас их целых 12 штук, и это достаточно круто. Так, давайте уже возьмем его девайсы. Это, конечно же, пистолет Джокера. Далее это вот такие вот карты Джокера и гранаты Джокера. Что ж, давайте выйдем на улицу, пойдем на нашу полянку, где мы тестируем все это. Сначала протестируем просто, а потом покажу на мобов, ребят. И обязательно пишите в комментариях, какой следующий костюм мне протестировать, потому что именно по комментариям я определю то, что вы хотите протестировать костюм Джокера, ребят. Ну что же, давайте уже приступим. И первый девайс это его пистолет, ребят. Давайте вот так вот мы выстрелим. Ух ты, смотрите, у нас появился такой флажок Бэнк. И теперь мы вроде можем даже пустить газ. Да, сейчас мы просто выстрелили. Так, или пустили газ даже. Да, сейчас мы... по идее, пускаем газ. А ну-ка. Да, это по идее газ или что? Вот, да. Сейчас мы выпустили типа газа или что это такое? Ну, в общем, вот такие вот штучки мы выпустили. Так, давайте еще. А ну-ка, оно что?
Оно что, разъедает листву? Да, ребята, как видите, эта штука действительно такая кислотная. Она разъедает блоки, посмотрите. То есть достаточно опасная. Так, и теперь у нас есть еще одна способность. Это... Ой, смотрите, она до сих пор работает. Так, а ну-ка, если сделать вот так. А это у нас что, ребята, это... Сейчас проверим. Нужно какого-то моба найти. Так, вот, к примеру, свинюшку. Сейчас подойдем к ней. Так, и протестируем сейчас. Так, где эта свинюшка? Ну-ка, иди сюда. Так, и это у нас... А, понятно. То есть мы отравили свинку. Также, ребята, мы можем просто стрелять. Вот так вот. Сейчас найдем какого-то моба. К примеру, вон ту свинюшку. И вот так вот просто на водяной пистолет. Так, стреляем. И убиваем с одной пульки. Думаю, это достаточно жесткий пистолет. И, ребята, я только что обнаружил еще одну способность этого пистолета, а именно бомбу. То есть мы вот так вот наводим, нажимаем на кнопочку N английскую и кидаем вот так вот, ребята, бомбами. Да, видите, они у нас отсюда как бы не берутся. Вот у нас остается по 16 штук. А из пистолета они выкидываются. То есть так наводим и стреляем. И все, ребята, просто здесь все взрывается. Да. Также, ребята, нам даются следующие эффекты. Это сила 4, потом буст сердец, то есть нам даются 2 сердечка, и jump boost, то есть мы можем немного выше прыгать, да, или дальше, в общем, вы поняли. Итак, ребят, следующая штука, именно девайс Джокера, это карты. Давайте мы сейчас включим, кстати, мобов и попробуем на них протестировать. Так, сейчас найдем какого-то мобика и будем... в него кидаться этими картами. Вот так вот подходим просто. Ой, выкидываем эту штуку. И вот так вот хыть. Да, не слишком сильные, но если так вот быстро кидать, то в принципе будет нормально. Так, а ну-ка, давайте мы вот сейчас пистолет вот так вот хыть. На! Потом так... Ой-ой-ой-ой-ой. Получай. Что ж такое? Да получи ты... Слушайте, он меня достал. Просто подходим вот так вот сейчас и взрываем его гранатой. Еще гранаты. Да, ребят, отлично. Ой, как мы быстро умираем. Так, конечно, Джокер, это вам не Супермен. Поэтому нужно с ним быть немного поаккуратней. Слушайте, карты, они очень слабые, если честно. То есть я так кидаю, видите, они... Ну, как-то вообще не сильно, поэтому давайте лучше гранатами будем пользоваться. Мне как бы гранатами больше нравится. Так вот, и мы просто как безумный чувак так все подрываем, кидаем. Вот так вот, хысь, так туда и вот туда. Так, получай, получай. Блин, сейчас в бункер здесь подорву. Так, так, хыть, так подключаем, да, ребят, не зря говорят, что Джокер действительно очень безумный персонаж. Так, и давайте мы сейчас убьем эту ведьму, потому что она тоже меня немного бесит и... Ой, черт, у меня нет патронов, ну ладно, так, получай. Мы ее отравили, что ли? Да, ребят, мы отравили ведьму. Прикольно, прикольно. Ой-ой-ой, пошел вон. Ладно, давайте его руками завалим, так, хыть. Ой-ой-ой, ребята меня сейчас убьют. Так, осторожно, отступаем. Давайте построимся немножечко. Будем отбиваться. Так, пошел вон. На! Еще получай. Да, ребят, конечно, мы очень безумные. Так, кидаем за собой гранату и... Не получилось. Кидаем. Все, ребят, у нас уже даже еды нет и 2 сердечка остается. Господи, ребята. А давайте пока мы отключим мобов, потому что это что-то мы слишком разошлись что-то, да? Так, тут немножечко поднимемся. Слушайте, ребят, у нас, смотри, просто все стрелы в нас. Это просто жесть какая-то. Поднимаемся наверх. Тут еще свинюшка. Ее, конечно, взрывать не могу. Давайте посмотрим, как мы далеко кидаем гранаты. И достаточно далеко. Ну-ка, эту как мы кинем. Так, а если так немножечко с разбегом, то, конечно, да, подальше полетит. А если, ребята, вот так все просто залпом кинуть, так, хоть, посмотрите, что сейчас будет. Прикольно. Они, кстати, взрываются только когда соприкасаются с землей. То есть, если кинуть высоко, то надо ждать, пока она долетит только до низа. Итак, ребят, кстати, можно хорошо прокапывать шахты. Просто кидаем вперед. И вот у нас шахта готова. Да, ребят. Слушайте, если честно, мне больше всего из девайсов понравился именно вот этот пистолет. Но он немного странно работает, я иногда не понимаю, как. Так, а если мы вот так вот сейчас сделаем? Так вот. А теперь на эту кнопку у нас тогда будет отравление, да? А ну-ка. Сейчас так хыть. Да, у нас отравляется наша свинка. Мы выкинули все карты. Так, извини, конечно, свинка. Так, давайте мы сейчас так переставим режим.
И вот так вот хыть. Да, и мы в нее кинули еще отравление. И вот так вот, ребята, у нас еще не бесконечный запас гранат в нашем пистолете. Курочка, прости. О, она выжила, кстати, прикиньте. Да, и пока граната не взорвется, мы не можем менять другой девайс. Что ж, дорогие друзья, если вам понравился этот видеоролик, то, пожалуйста, поставьте свой лайк, подпишитесь на мой канал, ребята. Также не забывайте нажимать на колокольчик и писать другие костюмы, которые вы хотите, чтобы я протестировал. Что ж, ребят, на этом все. С вами был Твик, я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, друзья.